Напомним, программа «Обустроим область к юбилею» появилась в канун 80-летия нашего региона. В течение всего этого года приводились в порядок дворы, дороги, объекты культуры и спорта. Как был обустроен к юбилею области Ярославль? Давайте посмотрим на цифры вместе. Итак, в рамках программы в Ярославле планировалось благоустройство 260 объектов. План выполнен практически на 100%. Потрачено почти 700 миллионов рублей. Большая часть денег была выделена областным правительством. Из бюджета города потрачено чуть больше сотни миллионов рублей. Сейчас осталось лишь внести строительные коррективы в некоторые объекты. А именно необходимо доделать уличные лестницы. Все работы должны быть завершены до 15 ноября.